Абсолютной чемпионкой мира по карате стала Диана Мусабекова. Две золотые медали завоевала 16-летняя мастер восточного единоборства в Индонезии, где завершилось первенство планеты. Лучшей Диана была в искусстве ката и кумите. Я сама была немного в шоке от результата. Все это благодаря упорной тренировке. Хочу также сказать огромное спасибо своему тренеру. Он внес большой вклад в мою победу. Также в копилке южно-казахстанских каратистов одна серебряная и одна бронзовая медаль. Цели, которые были поставлены перед спортсменами, выполнены. От нашей области на чемпионате мира приняли участие 5 спортсменов. 4 из них стали призерами. Я думаю, наши спортсмены показали отличный результат. Кроме каратистов, на железнодорожном вокзале встретили чемпиона мира по муай-тай Арсена Абдрасель. 13-летний боксер был единственным представителем нашей области на первенстве планеты. В финальной схватке мне противостоял спортсмен из России. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы одолеть его, и победил. Я рад, что сумел показать все, на что был способен. На этих достижениях спортсмены не будут останавливаться, ведь сезон международных стартов только набирает обороты.